интеллектуальном спорте он настоящая звезда. Станислав Бабарыкин, будучи маленьким мальчиком, мечтал посвятить свою жизнь спорту. Но из-за слабого зрения выбор был невелик. Тогда на его пути появились шахматы. Когда мне показали, как-то так сразу вдохновился, сколько там возможных комбинаций, вот, хитросплетений, много фигур, каждая со своими возможностями. Это как действительно такой, ну, уменьшенная модель мира для меня. То есть это и элемент научности, изучения теории шахмат, стадий партии. Азарт и соперничество мотивируют Стаса достигать высот. Он пятикратный чемпион России, чемпион мира среди всех категорий шахматистов с ограничениями, победитель Всемирной олимпиады, второй призер онлайн-паралимпиады ФИДЕ. Хочу стать именно чемпионом мира по слабовидящим, по главной версии, выполнить норму гроссмейстера. Вот, и международный рейтинг, планку 2500 преодолеть хотелось бы. Такие вижу для себя реальные цели. Залог успеха в шахматах – постоянный прогресс. Чтобы его добиться, важно брать планку выше, уверен Стас. То есть, если играть с равным себе, ну, вы, скорее всего, как шахматист, так и останетесь на этом же уровне. То есть вот эти подвижки, они будут незначительны. То есть шахматы тем хороши, что можно играть с соперником, который тебя на 300 пунктов рейтинга выше. Хорошее воображение, память, аналитические навыки, умение провести партию в уме. Шахматы позволяют развить поистине уникальные способности и могут стать настоящим призванием для тех, кто упорно идет к цели. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».